завалил березку. Ну, мне хватит, даже думаю, туда же еще и останется. Долго сегодня не буду здесь находиться. Есть там еще одна береза, но уж не буду я сегодня ее валить. В следующий раз. Блин, ходил, тут грибы все потоптал. Ладно. Ничего страшного. Пойду посмотрю. Посмотрю, пойду в другую стоянку. Там штатив я оставил недалеко от тропинки. Блин, замудохался я с этими бревнами. Вроде недалеко ходить, а один раз чуть не шлепнулся, рожа лица прямо об землю. Вон уже штатив мой виднеется. Штатив мой. Пойду-ка я на другой стан схожу. Да, ветерок мне сегодня на руку. Мандавошек меньше этих летающих всяких. Ну, а тут, смотрю, давно никого не было. Очень давно. Все, ну, здесь все, вся дорожка заросла. Тропинка. Скорее всего, здесь никого не было вообще. Может, пешком проходит, но и то редко. Вижу, видно, что трава не примята, ничего. Обычно сюда я на квадриках проезжали. Ну, видно, что давно-давно никого нет. Нет, вот. Срезанный гриб вижу. Кто-то здесь ходил. Подосиновик старый. Это был здесь. Видно, грибы недавно, кстати, были. Были недавно. А стоянка все, ей капут. Ну, в смысле капут, здесь сюда никто не ходит. Заброшена она. Забросили, плохо. Плохо, ребятки, плохо это. Когда вы построили, не следите за этим местом. У меня сил нету. Я хотел бы, но в этом году тоже у меня, вот я был в мае, а в июне-июле не особо себя чувствовал. Ни одному тяжело. Видно, что пьянки здесь не проходили. Бросая мусор на улицу, не забывайте хрюкнуть. Это всем дебилопитекам, которые такое делают, нужно сделать такую футболку себе и таскать, чтобы они не забывали. И на лоб приклеить, чтобы они мусор не кидали. На лоб приклеить. Ну вот, если тут поставить только лавочку, пеньки-пеньки-то он стоят. Или спилить новые. Так-то место-то хорошее, что у нас. Стол крепкий. Стол не качается, ничего. Дровник такой доживает уже место. Эта вот лавочка нормально держится. Так что здесь все хорошо. Что ж, ладно, здесь маленько побыл, пойду прогуляюсь до речки. Здесь там, конечно, можно пройти, там все просло. Да пойду, уже пора обедать. Так, местечко-то хорошее. Я чуть не забыл. Андрюха, привет. Давайте приходите сюда. Место такое. Блин. Навещайте. Стан-то. Вот что тут? Все крепкое, стены крепкие. Стол нормальный. Только вот немножко. Или вместе можно сходить, там лавочку копать, да и приходить иногда здесь. Чайку попить, костерок пожечь. Хорошее место. Здесь сюда смотрю, за все лето никто не ходил, потому что обычно пьяницы приходят, они тут бутылки оставляют. Тут, а тут, смотрю, даже трава, ну, травы полно, не примято было место. Так что, ну, надо бдить как бы за ним, немножко как бы подухаживать, что ли. Я бы один, ну, может быть, посправился, говорю, блядь, со здоровьем немножко мне так, не лады. Я июнь-июль, считай, дом просидел.
А так бы, конечно, можно было бы здесь в пенечке бы вроде бы так все это дело отреставрировать. И было бы место и сиди, да, наслаждайся природой. Ну вот, ладно. Всего хорошего. Пойду на свое местечко, на свой столик. Он нашел пару беленьких. Грибов-то нифига не было. Шел, одни были сыроежки или он валуи. Скрипухи какие-то тут, не пойми чего. А тут я смотрю, раз, белень белый. Потом вот еще попались несколько штук, но червевые. А вот эти чистенькие, все, хорошие грибочки. И он палец себе порезал. Блин, он нож острый, как бритва. Начал чистить грибы. И маханул немножко. Ну ладно, да, до свадьбы заживет, да? Как говорится. Надо пообедать. Попилю немножко дров своей пилой. Где-то тут... Сколько здесь примерно сил, не знаете? Наверное, одна-то человеческая сила точно есть. Попилим. Те пальцы у меня что-то побаливает, но я потихонечку. Пока хватит. Надо пообедать, потом пиродик от комаров. А то меня замудохли эти комары, зараза. Ветер как подует нормально. А как только ослабнет ветер, блин, они меня жрут вообще нещадно. Даже этот пшик, эта пшикалка не помогает. Я костерок, он был попозже, конечно, развести, но с другой стороны комаров поменьше. Ветер как-то кругами ходит и сюда фигачит прям на меня. И, блин, слезы тут и все у меня. Короче, сейчас ходил, хоть все бинты тут этот сжег, листья, все в крови кругом, блин, тут палец порезал, как будто кабана, блин, разделывали. Кровище хреначит, блин, мам не горюй. Ну, время-то без 5-3 уже. Самое время отобедать. Так, это у нас к чаю потом. Чайку потом попьем. Надо сразу убрать, а то я раз оставил. Меня птички отведали. И хлебушка. Ну, все тут, короче, печенье. Я пришел, все валяется тут у меня, в общем. Конечно, надо убирать тогда. Кто-то хлеб. Ну вообще все, эти сороки, все это дело подбирают на ура, если оставляешь. Блин, ножик. Сколько уже лет он у меня? Стали, цены нет. Единственное, конечно, да, он немножко проржавел так слегка.
Я его так почистил, что смог, вот, и поточил, блин, как бритва. Вот сейчас так вот немного тихонько раз прям задел и сразу же палец порезал. Ой, ладно, надо почавкать что-нибудь. Что-то тут с собой взял какие-то тут. Яйки, тут сосиски, что-то еще тут. Курочку немножко взял. Ну, у меня костерчик вроде горит, там занялась березка. Такая она какая-то полусухая, полутрухлявая, но пойдет. Так, ну что нам Бог послал? Отведаем курочки, да? Я уж кепку снимать не буду. Обычно за столом головные уборы снимают, но я не буду, потому что меня эти зажрут. Сейчас поем. Надо будет еще. Там видал полянку хорошую. Такой сам солнышко на нее падает. Гриб любит там делать полянка, где открытое место. И надо попробовать что-то собирать. Хотя бы еще пяточек бы набрать, чтобы хватило мне на кастрюльку сварить супчику. Суп хочется грибного ужасно. Давно не ел. Блин, хоть кровь остановилась, а то прям через бинт сочится, зараза. У нас плавит уже был. Сразу же два пальца порезал. Ну, как греб, зараза. Забинтуешь, а палец работает, повязка слетает. Пластырем тоже мокнет. Он измучился я с этими с порезами. Чего, сколько комар скоро попадет, еще до конца августа его больше не будет. Ночью уже холодный. Я помню, тем годом ездил 20 какого-то августа, не помню, уже его. Ну днем еще было, а к вечеру уже все. У нас нынче июнь. В этом году, извиняюсь, июнь в этом году был прохладный, я никуда не ездил. Со здоровьем было не ахти. А июль очень жаркий. Я в жару не переношу, поэтому я в походы редко езжу, когда. Ну, только когда выдаются такие прохладные деньки, а в жару я не езжу. Сейчас вот уже жара спала. Думаю, начну, вот в август, наверное, сентябрь поезжу. Ну, посмотрим, как еще будет октябрь. Может быть, еще, если октябрь будет не дождливый, теплый, может быть, и в октябре зацеплю. Загадывать не будем. Так. Покушали немножко тут. Опять тут мне иголок сверху насыпало. Все хорошо, надо чайку испить. Сейчас чайку шибанем. Пучище, ну-ка иди отсюда. Понимаешь ли, залез на мой гриб и сидит там. Сам иди ищи, понял? Дожился я. Ну уже. Блин, какая-то тля здесь. Ну кушай отсюда. Уже с тлями и пауками стал говорить. Это нормально. Где-то у меня здесь было. Где-то тут у меня были мои печенюги. Конфетулечки. Печенюшечку съедим, да? Чай
этого года. Иван-чай. Сам делал. Обалденно. С ромашкой. Что как раз... Как-то раз напился такого чая. Да, ну, иван-чай там, ромашка. Жасмин там, ну, всякие там, всякие трав. Это на байдарке иду. Меня вообще в сон меня клонит, мне какой-то вообще спокойный, да, блин, дом помрачения. Там что-то пацаны какие-то рядом идут, что-то там ругаются, что-то там, и что-то спорят там. А мне вообще до фени, я там, я иду такой, знаешь, фигачу на этих, ну, на байдарке. Спокойно, преспокойно вообще, блин, какой-то такой, ну, такая расслабуха с этого чая. Ну, ромашка, это как седативное средство, она успокаивает нервы. Ну, вообще, сон от меня клонит, ну, спать под ним, на ночь ее. Но, правда, ссышь потом, бегаешь, она мочегонит. И этот кипрей тоже, ну, вот иван-чай. Мочегонит с него. А так полезный. Он для желудка, для нервов. Тут одно время покупал, когда у меня закончился. Потом подумал, что я буду покупать. Он сейчас стоит бешеных денег. Собрался, сходил в поле, набрал два больших таких вот, четыре пакета. У меня вышел, кажется, полный рюкзак. Дома утрамбовал в банке, ну, пришел домой, утрамбовал в банке. Светлое место где-то на день. С утра вытащил его. Вот такой стал, уже только потемнел немножко. Такой обмяк, листочки стали мягкие. И через мясорубку прокрутил кастрюлю, ну, только не надо прижимать этим полотенчика влажное. Блин, ну, в общем, помочил его, отжал, на укрываешь, ну, там, на чай кастрюлькой, и прям, ну, до утра, с утра, допустим, ну, сделал там, чтобы 9-10, я обычно где-то так вот обычно просыпаюсь. Чему там встал полотенчика, полотенчики снял и наверх. Ну, кто-то сушит там в духовке, я в духовке не стал сушить. Хотел попробовать, но что-то не стал. Вот так прям, ну, наверх положил, в темное место. Постелил эти старые наволочки. Меня вот разложил, где-то дня 3-4, все высохло. Роман стоял дома, вообще, блин, мне там батя ходил вообще там, там таким, знаете, таким черносливом, каким-то компотом таким. Обалденно. Запах был. Вот вроде ветерок. Костер и комаров-то нифига нету, все. А тут вот они жалили меня по-страшному, зараза. Ну что, мы чайку попили. Пойдем грибочков собирает. Может, еще там, не знаю, пяточек бы найти бы неплохо бы. Потом придем, еще костерочек что-нибудь тут замутим. Посидим, что чайку попью. Гуляем. На природе всегда все интересно. Найдется чего делать. Тут совсем другие мысли. Так, хожу, собираю. Что-то тут нифига пока. Одни сыроежки, да этот Валуи, или как там, Николай Валуев. Грибы Николай Валуев, Валуи. Короче, ладно, я пойду. Еще сейчас вот так вот фигану кверху и здесь пройду. Надо что-нибудь надо найти еще на суп-то. Хотя бы троечку грибочков, блин. Один я нашел там,
Подосиновик такой здоровый, но он уже такой, все уже разложившийся. Пойду, в общем, дальше. Ребятки, иду себе, бреду. Ни хрена ничего нету, а тут одни Николай и Валуевы. А тут опа. Оп. Игорь на стоп. Ну-ка. Ну что, чистый. Подосиновичек. Подосиновая морда. Отлично. Так, вот что тут ничего нету. Он какой-то, но он уже здесь. О, ну капут. Пойдем далее. Вон белый растет, видите? Вот он. Ну он уже все, по-моему. Да, он уже. Ну капут. Грибов-то вообще много таких встречается. Именно переростков. А таких тут нормальных нету. В смысле, попадается редко, но вот червивых много. Ладно, походим еще, поищем. Был белый. Вот таких много грибов попадается. Он еще стоит один, но он такой же. Он такой же. Ну вот он. Прямо рядом с лагерем, со столиком. Ну он все, он ему просто настал. Вот стоит он. А кто это? Это Коля Валуев. Коля Валуев. А вон маленький Коля. Кто же Колек Валуев стоит? Вон он, блядь, вон он маленький. Хороший гриб. Между прочим, если уметь его засолить. Сначала нужно его отмачивать, а потом солить, а потом закусывать или что-нибудь там еще. Но мы это делать, этим заниматься не будем. Это у нас что такое? Это у нас бересклет растет, да? Вот они, ягодки бересклета. Не хотите ли-ка отведать ягодок бересклета, а? Да можно. Ягодки бересклета — это хорошо. Только потом... Какая-то... А, дятел он, смотрю. Дятел, дятел. От ягодок бересклета, может, в желудке будет нехорошо. Или потом совсем нехорошо будет. Так что лучше не рисковать. И чтоб попало в лесу, не кушать. Так что если вы не умеете грибы Коли Валуева, не собирайте. Вон тут их грибов-то просто море всяких. Но они все несъедобны. Ладно, еще сколько пойдет мухомор, там уже в сентябре месяце, там будет поболее грибков-то. Сейчас это так было, ну дождей не было, сухо в лесу, а там уже как дождеточки пойдут, надо будет и засобираться. Ладно, сейчас пройду еще немножко, да возвращусь, чай купить буду. Нет ни хрена ничего.
чем дальше углубляюсь в этот лес, чем все удивительней и удивительней. Смотри, какие эти березы, а? Это вековые. Он дальше стоит вообще. По-моему, это мать всех березок. Смотрите, какая красавица. Ух, это вообще, блин, такая здоровенная. Это даже в обхват ее, наверное, не возьмешь. Такая фиговина, блин. Смотрите. Вообще там до самого неба, блин. Вот это береза. Ну, муравейник огромаднейший. Блин, красивый здесь лес, вообще классно. Нравится мне. Попадаются вот такие грибы всю дорогу. Вот такие сыроежки. Я их что-то не особо долюбливаю. Хотя с картошкой они вообще класс. Вот такой гриб. Что-то нифига. Коля Валуев тут рядышком. Короче, ни хрена. И много встретил, ну, встречал, ну, не стал снимать. Много очень белых уже таких. Шапка с канализационный люк, нахуй. В общем, грибы приростки. Нифига больше не нашел. Один маленький белый нашел. Малехонький, и все. Пойду сейчас буду возвращаться. Возвращаться да пить Чайковский. Чайковский. Сейчас вот с грибами-то ехать надо, где посадки. Молодой лес, вот там больше его. Какая-то хрень. Типа Валуева. А тут-то нифига. Сухо. Сухо-сухо. Ну это надо специально, блин. С грибами. Я сегодня выбрался как бы так на разведку, что ли, ну погулять. С грибами надо специально идти. О, я сегодня мог найти этих мордоворотов конопатых. А вот они, смотрите-ка. Вон они, конопатые морды растут. Выросли уже. Мухоморы-то. Ладно, пойдем дальше. Я уже потерял всякую надежду. Иду, понимаешь, к месту дислокации. А тут такой чувачок стоит себе. Стоит чувачок. Да, поскрипывает. За шляпкой позыркивает. Цимус. Просто цимус. Беленький, чистенький. Урожай вот такой. Небольшой. Такой махонький. 4 грибочка. Ну, сварить супчик хватит, маленькую кастрюлечку. Прям маленькую. Костерчик у меня потух. Кинул бересты, сейчас, наверное, разойдется. Кстати, надо подкинуть, я думаю. Кстати, вот что за гриб, не знаете? Кто знает, напишите. Это джакузи для лягушки. Тут лягушка, наверное, по утрам принимает ванну. Такая прям лагуна для лягушек. Блин, меня зафигачило, дымовая завеса меня накрывает. Сейчас я как песни, помните, у Аллы Пугачевой? Та-да-та-да-да-да-да.
Айсберг там чего-то такое в океане. Я сейчас так же, как айсберг, и все комары и разлетели сразу же. Надо подкидывать. Опа, вот она, чудеса чудесные. Береста загорелась, все. Костер горит. Опа, все загорелось. Оп. Блин. Опа. Опа. Он бы сейчас мясо-то жарит. Самые такие угли, понимаешь ли. Ну что, ну на березу я трогать не буду. Пожгу я, пожалуй, наверное, посожгу-ка я все. Вот это вот. Вот эти старые палки, пускай они горят. Что, костер горит, трещит, самовар шипит. А что еще для счастья нужно? Испить чаю. Хорошего, настоящего чая. Собранного собственноручно. Оп, время без 15:05. Да, однако время летит быстро. В общем, с грибами какая-то хрень получилась. Ходил, ходил, в общем, такие кругаляй тут наделал. Нифига. Ну, попадали, белых много было, но все червивые. Вот последний перед лагерем тут рядышком совсем. Хороший попался. Чистенький. Ну, как я говорил, пяток собрал я. Мне для супа нормально. Блин, что-то мне не нравится тут кострище я сделал. Постоянно, как я сюда не прихожу, все время дым фигачит сюда. Надо его перенести, я думаю, где-нибудь вот здесь сделать. Здесь я мне не нравится, здесь ничего не хочу, здесь елки. Ну, это плохо. Ну, да, будет все это дело. Искры могут загореться. Здесь где-нибудь поставить, здесь вот сбоку. Он будет сюда фигачить, еще хуже будет. Не то, что дым-то идет, это ладно. Ну, вонище, блин, не продохнешь. От курточки от всего вонище потом прет. Блин. На меня хоть палец перестал кровоточить. Как корка стала. В общем, вот такое место здесь у меня уже второй год. Здесь я, ну, прихожу сюда. Ну, хоть бывает редко, но зато круто. Для ПВД просто шикарно. Я вот думал еще
на зиму покрасить, а в этом году не буду. Потому что пенотекст хороший. Ну, за сезон, ну, за зиму ничего не слезло, не облупилось. А вот на следующий год уже покрашу. Приду. Еще глоточек чайку. Так что буду я скоро собираться на, ну, на сплав. Я тут еще сегодня у нас пятница. В субботу у меня дела, делишки. Понедельник делишки. Вот скорее, наверное, вторник, среда, вот так вот. Вторник, среда, четверг. Вот, наверное, если дождей не будет, нормально будет погода. Загадывать, конечно, не буду, но надо будет сходить. Все-таки на Клязьме давно уже не был. Пожалуй, уже, наверное, если бы не соврать, года 4, наверное, точно не был. А надо. Правильно? Ветер стих под вечер. Да, без 10.5, а прям, ну, рано. Ветрище было такое. А сейчас тишина, спокойно. И мандавошек тоже нету. В общем, рад я, что здесь никого нет, здесь никого не было. Если даже и были, то здесь все чисто, аккуратно. Ну, следов не было, просто, ну, видно, что никто не приходил. Так что все. Ой, кайф. Комар мне тут симфонию в ля миноре, да, в ля миноре, по-моему, что-то пропел. Из этого уха, с этого уха в этот прилетает. Ой, костерчик буду, ну, так особо не буду подкладывать. Ага. Горят как порох. Маленькие сосна. Браво, мы нет, не как спички. Береза долго горела. Но я березу оставлю здесь. Пускай будет. Я ее потом сожгу. Когда приду еще, когда-то в конце августа, может, там в сентябре начале. Надеюсь, что. Ну, как раз дров-то здесь у меня прилично. Ну что, костерочек не одошаивает, да, уже практически прогорел. Подкладывать я больше не буду, потому что скоро уж пойду домой. Да и тушить не буду, потому что тут до речки идти далеко, и для этого мне нечего. Я хочу все сюда вот бутылку принести. Пару бутылок или канистру большую купить, ну, прятать здесь, чтобы, ну, тут чай, чтобы кипятить. На следующий год, наверное, где-то здесь сделаю, ну, скрытку, чтобы оставлять здесь котелок, ну, канистру, так, ну, какую-нибудь снять такую туристическую. В этом году не хочу, наверное, и не буду, а на следующий год сделаю. Ну, в общем, вот так вот оставлю, пускай шаит тут. Не загорится, потому что если прокопал, специально сделал. И да, я еще как час посижу еще здесь. Он практически, ну, и вообще тут стлеет. Так что сейчас пока пойду, наверное, еще попью чаю. Посижу еще так, ну, похожу, пройдусь в одно местечко. Буду собираться.
Ну что, друзья, вот я засобирался. Прошел еще час. Костер у меня потух, я его так разворошил здесь. Все, отлично провел время. Все было чунга-чанга. В общем, прошелся, прогулялся, место наместил, подышал свежим воздухом, пособирал немножко грибов. Отлично, просто отлично. Погода супер. Очень, сегодня день выдался очень теплый. Просто классно. Выбирайтесь чаще на природу. Дома делать нечего. До встречи. Всего доброго. Глаза закрыв, лететь над водой, дотянусь рукой до зари, там, где грезы птицы мечтой, не шепнет ветер вольный, узри, где горит даль огонь окоем, да пророчат птицы утру, облака скачут белым конем, тучи мечут с полых искру, где русалки глядят в берегах, где колдует кудесник туман, да грустят травы в росах слезах, рожит заклинание вран, где ковром по болотам и мхам клюква манит красной рудой, там, где леший бредет по пятам, нежить ночь сияет луной. Над макушками старцев лесов, да над змеями серебряных рек, над сиянием шаманов костров, в этом царстве останусь навек.